у меня маленький ребенок, то есть тревога закончится, я выйду, в смысле под колеса. Там крыло лучше под колеса. Надо же быть нормальным. На улице 100 машин. Хай там дитина мерзне. Есть распоряжение. Кто это распоряжение пишет? Какое есть? Ну, потому что есть это... Не, хорошо. Кто это распоряжение пишет? Смотрите, с дитиной можно попроситься сесть в любую такую машину. Мою можно сесть. Я могу дитину свою посадить. Хорошо, а кто пишет распоряжение? Ну, там замахнуться люди, если положиться. Хто пише це розпорядження? До кого звертатися? А якщо вони не пишуть, на вулицю тисячі машин, що всі машини стоять. Та при чому тут ці машини? Дитину можна посадити. Звісно, ходіть і покупайте банку за ставками. Дитину, пожалуйста, садіть. Ко мне в машину можно ребенка посадить без проблем. Ко мне в машину можно посадить без проблем. На машину, извините.